it's nothing new, but it's so good to see you. We do this every day, and I'm still so amazed by you. So hold me tight through the night. It's just us two, me and you. Oh, 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 I can't believe you love me. Oh, 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 I just feel so lucky. Oh, 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 still can't believe you love me. Всем привет, меня зовут Маша, и в этом видео я хотела бы показать и рассказать, как интегрировать стиль преппи в осенний гардероб. На моем канале уже есть видео о преппи-стиле, где я рассказывала об истории и основополагающих признаках этого подготовительного стиля, поэтому в этом видео эту информацию я решила опустить, надеясь на то, что вы посмотрите предыдущий видеоролик. Сегодня мне хотелось бы сконцентрировать все внимание именно на стиле преппи в холодное время года. И начать мне хотелось бы с того, какие цвета, текстуры и принты используются в гардеробе, который составлен в стиле преппи или же вдохновлен стилем преппи. Ограничений в цветах практически никаких. Конечно, чаще всего используются базовые оттенки, но и яркие цвета тоже являются актуальными для преппи-стиля. Гораздо интереснее поговорить о тканях. Это хлопок, шерсть, мохер, кашемир, вискоза, шелк. Иногда используются и синтетические ткани, в этом нет ничего такого, но в большинстве случаев изделия выполнены из натуральных составов. И принты, которые используются в изделиях в стиле преппи, это все виды клетки, в том числе аргайл. Также часто используется полоска, горошек, также маленькие рисунки. Допустим, если галстук выполнен с принтом какого-нибудь животного или какой-нибудь птицы. Это тоже часто встречается в стиле преппи. И мы переходим к верхним изделиям. И самый характерный предмет гардероба в стиле преппи – это спортивная куртка, которая называется Varsity Jacket. Обычно на подобной спортивной куртке должна быть нашита символика университета, но на сегодняшний день подобную спортивную куртку может приобрести любой человек, если он обратится в бренды, которые представляют такие модели, и чаще всего нашита не символика университета, а логотип бренда, либо какая-нибудь буква, или же, возможно, что-то похожее на герб университета, что-то вдохновленное Лигой Плюща, но не являющееся именно таковой. Следом за куртками стоит назвать классический тренч в любой длине. Серьезно, неважно, то ли он укороченный, то ли он длины миди, то ли он классической длины. Самое главное, чтобы он был выполнен в базовом оттенке, чаще всего в бежевом или же в темно-синем цвете. Следующий пункт – это восковые куртки бренда Barbour. Эти куртки являются не только вечными, не только надежными в плане защиты от непогоды, но и также любимчиками королевской семьи. Я абсолютно серьезно. Поэтому, если вы приобретете себе подобную куртку, можете смело выпендриваться тем, что у вас куртка как у принца. Следующий пункт – это стеганая куртка. Я знаю, что последние пару лет стеганки набирали популярность, но их классические модели были актуальны уже десятки лет. Опять же, это те куртки, это тот бренд, который очень любит почему-то королевская семья. И как человек, который не один год носил и носит стеганку от бренда Barbour, могу сказать, что это чудесная инвестиция в ваш базовый гардероб не только в стиле преппи, но и в принципе в ваш базовый гардероб на осень. И последний пункт из верхней одежды – это пальто. Здесь можно разгуляться, потому что вариантов много. Пальто как и молодым людям, так и девушкам можно приобрести в крое Честерфилд, бушлат или поло. Но на сегодняшний день даже в рамках преппи, на мой взгляд, можно слегка отходить от классических стандартов. Например, приобрести себе пальто поло, но оверсайзного кроя. Или же приобрести себе пальто, крой которого похож на тренч. Или приобрести себе кейп.
из шерсти. Поэтому пальто не должно быть слишком оверсайзным, и пальто-халат – это не история с преппи, но, тем не менее, от таких классических моделей можно слегка, но отходить. Теперь о блейзерах. Крой блейзера, который соответствует категории преппи, будет либо приталенным, либо прямым. И блейзер может быть как и в скромном исполнении, допустим, однотонным, так и однотонным, но с символикой университета или же логотипом бренда, как уже упоминалось, в спортивных куртках. И чуть не забыла сказать, да, блейзер может быть как и однобортным, так и двубортным, и не обязательно однотонным. Очень популярные в стиле преппи блейзеры в клетку. И клетка может быть тоже абсолютно разной. То ли это тартан, то ли это виши клетка, то ли это принц уэльский клетка. Очень много разных вариантов. И мы переходим к трикотажным изделиям. Начать я хочу со свитера с круглым вырезом, но плотной вязки и не столь притального, больше свободного кроя. Такой свитер подходит под категорию преппи и необходим не только потому, что он будет теплым и удобным, но и потому, что под такой свитер можно надевать рубашку. И я проговариваю этот пункт, потому что под тонкое трикотажное изделие поддеть рубашку не получится. Если даже и по размеру она влезет, то есть у вас не будет стеснения движений, проблема будет заключаться в том, что сам силуэт этой рубашки будет просто проглядываться буквально под свитером. Свитеры могут быть как однотонные, так и с лейблом бренда. И еще к стилю преппи очень подходят свитеры с орнаментом. Я называю такой свитер папин свитер, потому что именно вот в моем детстве подобные свитеры были очень актуальны. И на сегодняшний день подобный рисунок на свитере может подходить к стилю преппи. Но подобные свитера из тонкого трикотажа все равно важно иметь в гардеробе, как минимум потому, что мы их можем надевать как самостоятельный элемент, или же поддевать под блейзер, или же под пиджак. И немаловажно иметь подобный хлопковый свитер, потому что в шерстяных изделиях или в кашемировых изделиях иногда бывает жарко. Также как самостоятельный элемент мы можем надевать водолазки. Они тоже могут быть выполнены как из хлопка, так и из шерсти, так и из кашемира. И их, как и другие тонкие изделия, мы можем поддевать под что-либо. И да, свитер с высоким горлом может быть тоже и тонкой вязки, и более плотной вязки, но, естественно, если он слишком плотной вязки, то тогда мы будем его носить действительно только как самостоятельный элемент. И кардиганы. Кардиганы должны быть не оверсайзными, чаще всего прямого кроя или даже коротенькие приталенные. И на сайте Ralph Lauren я заметила, сейчас есть такая возможность, можно создавать дизайн кардигана, рубашки, чего угодно практически самостоятельно. И как пример вы можете видеть кардиган, который я создала специально для этого видео на официальном сайте, но покупать его не буду, создавать их абсолютно бесплатно, если хотите, можно так поиграть, посидеть, для того, чтобы показать вам, что можно менять дизайн. И следующий пункт – это вязаные жилетки. Это тот предмет гардероба, который очень актуален в 2020 году. Сейчас я уверена, что найдутся люди, которым уже глаза намозолили вязаные жилетки, но вязаные жилетки в стиле преппи, они не очень-то и оверсайз. Чаще всего они сидят идеально по фигуре, они могут быть слегка укороченными и с гладкой спинкой, но шерстяными спереди, могут быть однотонными, могут содержать в себе узоры, как я говорила про папин свитер. Поэтому, возможно, такие вязаные жилетки снова вызовут у вас чувство и вдохновение даже в 2020 году. И, конечно же, нельзя оставить без внимания плечевые изделия в спортивном стиле. Худи и свитшоты тоже подходят под категорию преппи, и дизайн самих изделий может быть либо однотонным, либо с символикой университета, либо с логотипом бренда. Не слишком что-то навязчивое, но тем не менее не только однотонное. Теперь я хотела бы перейти к рубашкам. Начну я с классических моделей, и самая подходящая к теме видеомодель – это модель Oxford. По идее, это базовая рубашка слегка притального кроя, которая может быть в первую очередь однотонной, классической, но однотонной не только белой, но и голубой, но и нежно-розовой и так далее. Также базовая рубашка может быть в мелкую полоску, рубашка банкира, например, или же в маленькую точечку. То есть рубашкам не обязательно быть скучными. Рубашки, которые подходят к категории преппи, могут быть базового кроя, не оверсайзные, но тем
не менее, с интересной детализацией. Допустим, также они могут быть с принтом в мелкий цветочек, либо на воротнике, либо по всему изделию, или же в мелкую клетку. Но и рубашки в крупную клетку тоже являются отличительным знаком стиля преппи. Сейчас по-любому вам найду фотографию студентов, которые все сидят в фланелевых рубашках. Поэтому подборка рубашек в клетку будет, как и вся остальная одежда из этого видео, ждать вас в инфобоксе. И также блузки для девушек. Здесь лучше соблюдать лишь пару правил. Блуза должна быть женственная и также не содержать в себе какой-нибудь вызывающий принт. Допустим, принт леопардовый – это не стиль преппи. Или же змеиный принт – это тоже не стиль преппи. А вот клетка или цветы – это вполне подойдет. И последний пункт с плечевыми изделиями – это поло. Но поло не только как поло-футболка с коротким рукавом, не только однотонное, но и в полоску, но и поло с длинным рукавом. И поло, которое вы видите сейчас слева, это поло, по идее, для регби, которые, как и спортивная куртка, о которой мы говорили в начале, являются отличительным знаком стиля преппи. We both get there our own way. Thistle and an apple tree. How different two souls can be. But we both grow from the same sorrow. If we both know we'll be together tomorrow, I can be like a tree. Same old roots, but I can bend, turning to understand and sway together. И мы переходим к брюкам. Если бы меня спросили, какие брюки идеально олицетворяют стиль преппи, я бы сказала бы, что это были бы белые чиносы, если речь бы шла о летнем или же весеннем сезоне. Но в холодную пору лучше выбирать теплые модели, допустим, брюки из шерсти или в составе которых есть шерсть, для того, чтобы мы в них не мерзли. Для девушек я бы сказала, что крой брюк в стиле преппи – это всегда зауженная штанина. Если речь о теплом сезоне, то всегда, практически всегда еще и длина 7/8. Но осенью и зимой лучше все-таки отдавать предпочтение только зауженной штанине. Укорачивать их не надо. Если только на ногах у нас не полусапожки, которые идеально заходят по длину 7/8, тоже такое может быть. А молодые люди могут выбирать либо прямую штанину, либо зауженную. И джинсы. Раньше, если говорилось о стиле преппи, то всегда в пример приводились джинсы скини. На сегодняшний день я оставила бы джинсы скини в категории преппи, но также добавила бы к ним джинсы slim fit кроя. Потому что то, как стилизуются джинсы в стиле преппи, не всегда сочетается с джинсами скини на сегодняшний день. Поэтому предлагаю такое решение, компромисс. Джинсы кроя Slim Fit мы надеваем с обувью, которая открывает нашу лодыжку. Джинсы скини мы комбинируем только с той обувью, которая перекрывает нашу лодыжку. И будет нам всем счастье. Я вам обещаю, так смотрятся джинсы скини очень даже актуально. Какие юбки подходят к стилю преппи? Если бы речь шла не о холодном сезоне, я бы сказала бы плиссированная мини-юбка, теннисная юбка. Но если все-таки мы говорим о холодном сезоне, то первый компромисс, который я хочу предложить, плиссированная школьная юбка из шерсти, которая не является очень короткой. Вот я вам показываю посередине вариант от Brooks Brothers, и да, эта юбка слегка длинновата, но не столь короткая, как вариант от Bershka, который посередине. Поэтому, если вы найдете не слишком короткую юбку такого кроя, из плотного материала, еще лучше из шерсти, то, конечно же, ее берите и пришлите мне ссылку тоже, потому что я себе ее тоже закажу. И второй вариант плиссированной юбки, который вы видите слева, от Манго, я могу точно порекомендовать, если вы не очень высокая девушка, потому что там адекватная длина. И я такую юбку примеряла, она на мой невысокий рост сидит просто чудесно, и она хорошо сочетается из-за того, что там клетка с вкраплением черного, с плотными черными колготками. Это довольно удобный вариант.
как вариант, в длине мини, который будет смотреться не вульгарным и подходящим. Это твидовая юбка или же шерстяная юбка, а силуэта или же карандаш. Другие мини-юбки, которые я могла бы порекомендовать, здесь тоже они довольно короткие и не из очень плотной ткани, поэтому, может быть, на начальную осень я бы рекомендовала бы их сочетать, в том случае, если вы их будете надевать вместе с колготками и, к примеру, в комбинации с теплым пальто. И платье. Первое предложение — это сарафаны. Сарафаны, под которые мы сможем поддевать блузки, рубашки, тонкие свитеры или же свитеры с высоким горлом, то есть водолазки. Или подобные платья на запах, которые мы сможем опять же комбинировать с колготками. Платье такого кроя будет хорошо сидеть практически на каждой фигуре и отлично сочетаться как и с плоским ходом, так и с каблуком. Birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have. Let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. И теперь давайте поговорим об обуви. Начну я с самой легкой обуви, которую можно было бы надеть еще, к примеру, в сентябре. Мне очень нравится обувь этого бренда, я у них еще ни разу ничего не заказывала. Скорее всего, ближе к весеннему сезону я сделала там первый заказ, потому что их туфли и балетки – это произведение искусства. И именно эти туфельки в стиле Мэри Джейн просто сводят меня с ума, и мне кажется, что идеально подходят к стилю преппи. Как и молодым людям, так и девушкам я бы посоветовала приобрести нейтральные кеды. Только кеды не хлопковые, а кожаные кеды, потому что они немного теплее. Но настолько минималистичная модель, которая не будет забирать на себя много внимания. Также к стилю преппи я могу уверенно отнести лоферы или же броги. И из более теплой обуви не высокой, либо челси, либо же сапожки на каблуке. А высокие сапоги могут быть как на плоском ходу, допустим, жокейские дерби-сапоги, или же резиновые сапоги, это самая, наверное, типичная модель от бренда Hunter. Но также и на каблуке, на среднем каблуке или же на высоком каблуке. У мужчин с обувью все практически точно так же, только вместо туфель вы можете взять монки, оксфорды или же лоферы. И также подборка здесь есть из Челси, и с ботинками на шнурках, поэтому я оставила ссылки на все красивые варианты в инфобоксе. И теперь мы переходим к аксессуарам. Начать хочется с сумок, и самой знаковой сумкой в стиле преппи является сэтчел. Когда я начала искать на просторах интернета сэтчелы, я наткнулась на просто потрясающую компанию, которая так и называется The Cambridge Satchel Company. И этот бренд делает не только потрясающие сэтчелы, но и роскошные сумки и также рюкзаки, о которых я сейчас вам хочу рассказать. И пока я не познакомилась с этим брендом, если бы кто-нибудь бы у меня спросил: «Маша, какие сумки идеально соответствуют стилю преппи? Не только сэтчелы, но какие-нибудь другие?» Я бы замешкалась, и я бы искала какие-то конкретные модели. Но, зайдя на этот сайт и посмотрев весь ассортимент, я хочу сказать, что любая сумка с этого сайта подходит к стилю преппи. Вот абсолютно серьезно. Но давайте начнем с сэтчелов. Здесь роскошный выбор, во-первых, разного дизайна. У них просто неприличные коллаборации в хорошем смысле этого слова, как вы видите. И сам дизайн сэтчелов просто потрясающий. Они выполнены в разных ярких или классических оттенках. Они выполнены в разных размерах, в разных дизайнах. Иногда это кожа гладкая, иногда текстурная, иногда это кожа с добавлением текстиля. На самом деле глаза просто разбегаются. Я показала вам малую часть того, что есть на сайте, а вы даже просто ради интереса можете зайти и посмотреть,
какие потрясающие сумки у них есть. Также, если говорить о женских сумках или же о женских сумках crossbody bag, здесь тоже есть потрясающие варианты. Скорее всего, что-нибудь именно из того, что я вам сейчас показываю, я выберу себе в черном цвете. Также мне понравились их рюкзаки тоже в разных размерах, в разном дизайне, из кожи или текстильные модели, которые с кожей. В общем, оставляю ссылки на все в инфобоксе. Просто, как минимум, зайдите посмотреть и насладиться этой красотой. Но чего у них нет, это спортивных рюкзаков, поэтому я вам сделаю также подборку, например, вариант рюкзака от Gant, который вы видели в этом видео на моем муже. Все, надо теперь успокоиться, и давайте теперь о ремнях. Я сделала небольшую подборку классических ремней мужских и женских, которые вы сможете найти чудесные варианты на сайте Gant. И я считаю, что для преппи стиля это самые идеальные варианты, но и не только для преппи стиля. Покупая такой ремень, вы сделаете лучшую инвестицию в свой базовый гардероб, в свой классический гардероб. Также, если вы любитель чего-то экстравагантного, на сайте Ralph Lauren я нашла подтяжки. Следующий пункт – это носки. Носки в стиле преппи могут быть базовых оттенков, но также и очень яркими. Или не просто яркими, а с каким-нибудь интересным принтом. С базовым принтом, таким как полоска, горошек, но и с каким-нибудь интересным рисунком. На самом деле, я считаю, что это первое и лучшее вложение попробовать внедрить стиль преппи в свой гардероб, потому что все остальные элементы одежды, они довольно базовые и, скорее всего, имеются в вашем гардеробе. Просто главное их правильно стилизовать между собой. А добавляя такие яркие носки, вы как раз-таки поставите точку, заявляя тем самым о том, что вы одеты в стиле преппи. И обязательно нужно упомянуть галстуки. Галстуки могут носить не только молодые люди, но и девушки. И в стиле преппи приветствуются не только однотонные модели, но и модели с каким-нибудь интересным принтом. То же самое, что и носки. Принт может быть каким-нибудь скромным, или на галстуке может присутствовать любой рисунок, который вам понравится, символика университета или же логотип бренда. Даже вот Собакевича можно добавить на галстук, если видеть пример от Ralph Lauren. Поэтому вы можете приобрести к носкам еще в тон идущий галстук и комбинировать это с вашим костюмом. И тогда вы точно будете одеты в стиле преппи. Осталось поговорить только о головных уборах и шарфах. Здесь все очень просто. Самыми, наверное, популярными в стиле преппи головными уборами являются кепка, шапка бини и берет. И, конечно же, они могут быть в разных ярких оттенках. Не только в базовом черном, но и в ярко-красном или ярко-зеленом. Все зависит от того, с чем вы собираетесь сочетать ваш головной убор. Будет ли он подходить под верхнюю одежду и под ваши другие аксессуары или предметы гардероба. И шарфы. Здесь я подготовила для вас подборку однотонных моделей, но опять же не только в базовых оттенках, но и в ярких оттенках. Также здесь я хотела показать вам два вида клетки. Клетка, которая такая скромненькая, сдержанная, но в ярких цветах. И также богатая, вот именно такая роскошная клетка, если посмотреть на шарфы от Ralph Lauren. Особенно если присмотреться к самому правому варианту, это какой-то роскошный, шикарный, красный королевский шарф. И последний пункт – это платки. Платки могут быть из шелка или же хлопковые, или из синтетических тканей. Могут быть однотонными или с каким-нибудь принтом, сдержанные или в ярких оттенках. Здесь выбор только за вами. И о стилевых приемах, которые будут говорить о том, что вы одеты в стиле преппи. Очень много вариаций у нас есть с воротником рубашки или футболки поло и свитером. Мы можем подевать рубашку под свитер или накидывать свитер на рубашку. Я уже миллионы раз говорю об этом сочетании все на канале. Также не забываем о том, что можно не доставать воротник полностью из горловины вашего свитера. Новое сочетание, которое я выучила и которое увидела в потрясающем профиле для молодых людей, это сочетание двух отложных воротничков. И не забываем о том, что те же самые трюки, как с рубашкой и свитером, мы можем повторить с рубашкой и свитшотом. Следующий стилевой прием – это сочетание цветов аксессуаров, допустим, носки и платок, носки и галстук, носки и часы или другие сочетания. Главное, чтобы что-то между собой перекликалось. И в конце концов, набрасывание свитера поверх чего-либо, даже поверх пиджака. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным и интересным. И также прошу вас поддержать ребят, которые участвовали в этом видео. Они не профессиональные актеры, естественно, это наши друзья.
Если когда будете монтировать, похвалите меня, да? Можешь, пожалуйста, пойти в дверь? В дверь. Да-да, снимаем, конечно. Сейчас я придушу. Да я поняла. Дерудедас. Махаться будет? На крови до смерти быстро. До смерти, да? И... Надеюсь, что вам понравились образы, которые мы для вас составили. Не забывайте о том, что поблагодарить меня за подобный видеоролик можно с помощью комментария, который вы оставите под этим видео, или с помощью лайка, с помощью того, что вы поделитесь им со своими друзьями. И большое спасибо за ваше время, за просмотр этого видео, и всем пока!